Вы на канале Change the Outer, где семья живет в лесу. Сейчас быстренько завтракаем и идем работать. Сегодня столько много работы. Я даже не знаю, за что взяться, если честно. Нас запланировали, потому что завтра уезжать на 4 дня. Я, если честно, думал, будет легче снять эту мойку. Дима! Майка окатилась. В смысле майка? Клякса? Майка. Как уже май? Двое. Черные? Да, с пятнышками. Ужасно. Я захожу, не поняла. Я думала, это клякса, это майка. У тебя получается? Или ты уже пожалел, что со мной согласился? Вообще пожалел. Иди в сарай сама, потому что я не знаю, как это все сделать. Как эту снять мойку? Вроде какой-то силикон, а так держит. Просто как один на одно целое с этой плитой. О, сколько наковырял, и даже не могу чуть, вот этот угол чуть-чуть отдер, и все. Иди ко мне. А если ее снизу толкать? Ну, может быть, а если лопнет камень? Надо хотя бы чуть-чуть подковырять, потом толкать. Иди, короче, корми сама всех. Пошла. Ну что, майка? Что? Что? Что, маечка? Схватки, может, идут, еще будет у тебя. Главное носик очистить от слизи, чтобы он мог дышать. Майка, у тебя два соска. Как ты их будешь поить? Опять мне. Только одного выпоила. Получается, еще нужно будет одного. О, дыши, дыши, дыши. Дыши. Это тоже ходит, попоила молочком его. Он уже ходит. Давай, слизь. Давай. Почистим носик тебе. Вот так. А я же тебе сказала, что у тебя все получится. Ага, получится. Все, это твоя мойка. Какая-то такая чарная. Нормально не было у вас. Я поэтому тебе ее и отдала. Или вырвал отсюда ее. Я не думал, что силикон так хорошо держит. Не понял. Ты что, третьего достала? Это называется, одного отпоила, и сейчас будет еще один. Что за пять троих отпаивай? Пьют молоко? Да. Обязательно нужно их всех попоить. Если они все попьют, они поднимутся на ножки. Слушай, это ужасно, Валентинка. А как мы не могли подумать? Мы думали, клякса, вот смотрим, со дня на день, клякса. Да. Майку мы не подумали еще, что... У Майки еще свои маленькие бегают еще. При живых детях новых нарожала. Майка, ты че? Майка,
Обязательно овце нужно дать попить водички теплой, сладкой. Представляешь, только что было? Да. Начали птицы орать. Ага. Особенно утка, самка. Ага. Выхожу, а в лесу взлетает орел. И он клевал этого самца индоутки. Самца утки. Убил? Ну я его напугал, прихромал сюда. Хромает сейчас только. Куры то в вольере сидят, а утки далеко уходили. Ну, хромать начал. Может, отойдет. Он прям на него приземлился и клевал его сверху. А я вспугнул. Ну что, Майка, как дела? Вот два ягненочка пьют молоко, а один лежит. Хотя, когда его подсаживаешь, он пьет молочко. Но он уже вот должен вот так бегать. Дима, что-то один ягненок не встает. Может, ему лампу повесить? Может быть, может, замерз, да? А пьет молоко? Он, когда его подсаживаешь, он пьет молоко. Когда сам, он не идет. Он какой-то очень слабенький. Те вдвоем пьют. Что за действие такое, слышишь? То на утку нападают, то ягненок, то в силикон. Вот, короче, смотри, что получается. Сегодня воды не будет. Получается, надо перепаивать вот эту вот трубу. Она мешает канализации. Вот. Хотя еще были мысли мойку поставить вот сюда правее, чтобы здесь было что-то в полке. Я потом думал, красивее будет по центру. Но вот если по центру, то помешало все. Но она тебе сюда подходит. Слышишь, ты меня грузишь, я тебе за тобой еще, если ты мне твои платья надену, ты скажешь, тоже подходит, донашивай. Ну, если похудеешь, да? Ты что, повеси маму? Пошли. Может, он отогреется и будет нормально все. Ну, нужно что-то делать. Значит, чего-то ему не хватает, или тепла, или молока, но молоко пьет, не знаю. Вот это вот, чтобы это... Чтобы установить на мойку, тоже пришлось полностью все разобрать, чтобы вставить в отверстие. И сейчас надо будет тоже это все собрать назад. В этом году уже, наверное, компрессор даже не надо будет. Каждый день плюс, уже рыбы не задохнутся точно. Майка, лежит у тебя, Майка, давай его погреем. Майка, сдохнет что ли? Майка, почему он лежит?
Пойдет или пониже еще? Не, пойдет. Такие не выживают. Может сдохнуть минуту за минуту. Нет, будет он жить. Сдохнет. Будет жить. Молочку хочешь? Погреется, ты дашь молочка ему. А что ты делаешь? Этот материал специальный, не горючий. Идем, покажу. Чтобы эта тумбочка не грелась, не воспламенилась от нашей буржуйки. Вот сюда мы установим. О, ровненько. Слышишь? Его даже не надо. Его даже не надо крутить ничего. Просто поставим и все. Ой, я его вымазал. И все, получается, когда будет нагреваться, этот материал он вообще не греется, не передает тепло. И поэтому... Молодец, техника безопасности. Ого, противопожарная такая. Чтобы провод попал к розетке, сама вилка сюда не улазила. Поэтому пришлось разбирать всю эту конструкцию. Тут есть что разбирать. Фотографировать. И теперь назад все собрать надо как-то. Хорошо, что я сфотографировал. Так бы вообще никогда в жизни не собрал бы назад. Я очень надеюсь, что я правильно собрал. А если нет, то замкнет? Походу, да. Или просто воды не будет. Горячей. Кровь. Это кабан опять Машке полуха откусил. Он достал. Наш поклон. Дело имеет к нашей Машке. Значит, панталон идет 100% на кастрацию. Они его все боятся. Как только он выходит, они все начинают от него убегать. Слышишь, у нас дикий кабан солидол не такой был. У нас Горбачев не такой был. Это какой-то дикий. А этот на всех бьет. Он идет по-любому на кастрацию, потому что раз, он размером с зинку, а кабан должен быть в два раза больше свиньи. То есть он мелкий, раз. Всех цепляет, два. И в три, если наши свинки сейчас опоросятся через месяц, через два месяца поросята продутся, опять опоросят. И тогда следующие поросята будут в ноябре. А зачем нам поросята в ноябре? По-любому кастрируем и будем опять искать другого кабана, нормального, большого. Так он так всех овечек покалечит. Ну. Что за день сегодня такой, а? Ты хотела его домой. Все уже, бегает, ходит. Так быстро отогрелся? А он поменьше по размерам, чем те, да? Да. Смотрите, какие эти большие. Да, не падай. А ты такой маленький, что? Грейся здесь, грейся. Грейтесь тут. Ну реально он маленький, там, против этого. Смотри, какой. Это такой мощный, а это такой маленький. Мало того, что маленький, так еще замерз. Ты помнишь, мы когда снимали поросята, когда у нас рождались, у них на ногах были вот такие штучки. Да, копытца. Видите? И у этих то же самое, у ягнят. Это когда, чтобы они рождались, чтобы они не покалечили там у нее все внутри. Мягенькая специально. Природа все сделано, да? Грейся, грейся, грейся.
Майка вечно, то два, то три, то два, то три, то два, то три. Весь этот, весь. А потом Валя мучится. У нас было 3 ягненка, стало 6. Майка, ты даешь, конечно. Если он, конечно, не сдохнет. Мне все казалось, тут маленький-маленький. Вот этот? А тут уже такой большой. Напротив этих уже конь, да? Выкормила. Он не просто конь, смотри, у него даже уже... Хвостик отвалился. Хвост отвалился. Точно. Не то хвоста. Майк, это не твой. Вот так покалечили нашей Машке. Машка.
Ну вот в розетку втыкнули, ничего не загорелось. Может, оно без воды не работает? Вот два с ней лежат, а этот лежит отдельно. Ваня пришел с учебы, ведь меня Стас кофе облил. Отстирается? Я думаю, да. Давай попробуем отберете. Изиклин заказывали на Валбересе. Так там еще сзади пятна. Да, оно сейчас одновременно и там поможет. Руками даже не надо ничего тереть. Уже нет пятен. Все. А сзади покажи. Сзади в этом же месте, вот в этом было, тоже нету ничего. Все, теперь можно это в стиральную машину закинуть. Оно уже чистое. Просто постирать. А сколько еще средств осталось? У тебя нету ничего, куда это залить, чтобы что-нибудь почистить еще? Есть. Сейчас дам. Да. Это у тебя что? Это молоко. Мы ягнят кормим и каждый день им кипятим молоко, чтобы оно не скислось, не испортилось. Валентина говорит, что очистить просто нереально уже. Я уже щетка, это же металлическая, но не получается. Не очищает. Я почему-то уверен, что наш пятновывозитель Изиклин и с этим справится. И что? Посмотрите, как легко начало оно очищаться. О, теперь отмоется.
Не, ну вот реально, чем только не терли, чем только не заливали, не могли очистить. Чудо? Да не. Изикли. Этот отбеливатель на все случаи жизни должен быть в каждом доме. Ссылку оставим в описании под роликом. Надо сюда такую металлическую заказать. Как на кухне у нас. Кстати, что так темно? Чисто цветы закрыть, а сверху можно не закрывать. О, вот так. Чисто белка цветочка не видела. И все. Уже ж не долбится сюда. Уже лед немножко тает. Уже эту ступеньку затопило. В прошлом году в самый пик воды было вот столько. То есть еще 30 сантиметров будет, когда лед растает. И все. Посюда точно не будет. Вот посюда. Вот эту ступеньку ровненько заливает. И все. Уже можно это рисковать. Наш аэратор. Уже льда точно не будет. Занесем в гараж. Уже примерно еще будет стоять здесь июль-август. У нас в основном так критические месяцы. Это июль-август и декабрь-январь. Вот, вот коляска печек, лавочек. Уже можно наше зеркало устанавливать в гараж. Уже умывальник стоит. Давай занесем, установим. В гараже теплее, чем на улице. Каждый раз прихожу сюда, раздеваюсь, и надо куда-то вешать, куда нам еще повесить. Здесь уже все, здесь будет висеть второй велосипед, да? Где вешалку сделаем? Не, ну мы гараж полностью обставили, даже вот вешалку негде повесить. Вообще негде. Тоже никто не все. О, здесь было бы супер, правда? Ну да, зашел, снял одежду. Обязательно нужна вешалка. Валь, мне кажется, сегодня начала катить обратно нас. Смотри. А жизнь-то налаживается. Даже сверлить не надо, дырки есть готовые. Вот просто в них болтик с гаечкой вставить. Вот эти, глянь, полностью совпадают. Видишь, как тебе повезло. Во. Ровненько. Можно даже было бы и здесь, конечно. О, может и здесь, или здесь высоко. А может и выше. Вот давай так, выше, да? Как ты считаешь, вот. Ну. Пришел, шапку кинул. Хозяин. Сейчас я сверху прикреплю, да. Thank you.
Ну вот, хожу каждых несколько часов, поглядываю на малышей. Эти вдвоем лежат. А тот один. Ну, все живые. Слава Богу, все живые. А вот тут большие уже дети. Вот он какой-то беспокойный, он бегает постоянно. Я ему уже молочка дала отдельно, сухого. Давай, стоит и скулит. Кто там? Так тебе ягнята маленькие нужны, да? Никому дела нету, ты как белка. Хочется туда? Заходи. Заходи, иди, 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 ты же хотела, иди. Боится. Ну, что ты тут хотела, Булька? Как все это сделано? Это у нас до ремонта висело это. В доме. Нашли. Она сюда, походу, и покупалась. Все, можно хоть самому вести. Пришел такой, Каталюш, утка, пошел. Видите, что делает? Видите, как он к ней дело имеет? Никакой акцент больше дела не имеет, только к Машке. И этот от него научился. Подгузник. Тоже забегает в стадо и начинает всех гонять и кусать. Два бандита. Помоги повесить. Сейчас. Два крючка. Ты с одной стороны, я с этой. Давай повесим.
Ну, у тебя как дома получилось. Теперь опять как квартира, да? А ты видишь, кто в окно заглядывает? Что ты так вытираешь? Да я разбываю, что ли? Просто вытирай ноги. А где ты был? Ну, у себя я как бы... Слушай, у тебя тут так чисто, красиво. Верну сюда свою шапку. Я боюсь, что она будет сразу грязная. Короче, добрый день. А это знаете, как получилось? Это тоже халява шара называется. Это мы покупали в тот дом унитаз. Они говорят, купите три вещи, и в третий подарок бесплатно. И нам вот это, получается, бесплатно подарили. Мы все равно унитаз покупали. Смотрите, это какие-то жиры специальные. Где такие магазины с такой халявой? Не буду рекламировать. Молодец, правда. Ну, унитаз был на тот дом, что забыл? Да. Ну да, ты же его отсюда забирал, еще зеркало оставил. Ну, все. Подожди, что осталось? Что осталось сюда? Одно крепление для велосипеда осталось. Ой, велик висит. Второе у нас осталось повесить, и все. Так, подожди. Сарай осталось трубить? Я балдею. Вот от этих вот вещей я балдею. Да? Да. Слышишь, вот да. Мне надо домик летний разбирать. Ну, и все равно сюда все не влазит. Ну, короче, сколько бы помещений и хозпостроек не было, их всегда мало. Ну, поэтому как-то компактно надо вкладывать. Ну, надо все равно разбирать. Нужно делать большие помещения. Здесь самое необходимое такое. По одному экземпляру. Зачем? Если у тебя 5 ключей на 10, то они тут тебе не надо. А куда их добавить? Один, устав, два, ну все. Тебе сами подарить или что? Ящичек. Так. То есть даже если на краняк меня выгонят, то даже зубы здесь могу чистить. То есть здесь. А спать где ты будешь? Кастрюлю мыть. На булькиной ложе. Готовить. Во, в машине лег и все. Во, нормальная такая, слышишь, тахта. Ты что приходил? Тебе покушать дать? Мы еще не приготовили. Не-не-не. Я за лопатой. А, которую ты купил? И которая у вас на хранение. Разгрузишь хоть хутор, пошли. Ой, видишь? Там еще и коляска ваша. Коляска, подождите пока. Я тогда пошел с тобой, я тогда уже сегодня не вернусь. Все, хватит. А у нас сегодня Майка окатилась. Да ты что? Да. Ну только у нее проблема, она окатилась троих, третий не встает. Лежит, его надо кормить, мы этих троих кормим. Слышишь, что каждый раз надо уходить, перед тем, как уйти, надо порядок навести. Да. А я как женщина? Я себя приучил подметать постоянно после работы. В общем, ты знаешь, даже приятненько так потом на следующий день приехать и так. И все чисто. Если бы женщины не мыли бы за вами посуду, то у вас бы не было бы чего кушать. Согласен. Видишь, у меня есть гардеробная своя. Кухня своя. Ванна. Что? Доволен, персон. Да? Слышишь, это знаешь, это для мужика, реально, это такой... Это как для женщины кухня. Да. Юр, представь, мне вот, чтобы снести эту летнюю всю, это надо все куда-то вынести. Куда это вынести все? Оно в гараж мне не влезет, нахуй, что ты за лопатой сюда пришел? Вот. Слышишь, а? Вам не надо вот это ж ваша кровать, вы когда-то нам ее давали? Да. Заберите обратно. Я потом, кстати, вот может быть... Когда потом? Давай в течение двух недель. Не-не-не, ты что, куда? Я еще не успею. Я разрываю... Жди тогда. Я хотел его поджечь вообще. Посмотрим, ладно. Если будешь поджигать, то в сарай надо будет затарабанить. К вам, да? О, затащу вам в сарай. Приходите в сарай. Могу с одеялом совсем это все отдать. Смотри, да? Все, что у меня приданное будет, куда скоро? Все можете тут забирать, шторы тут, это, лампы. Ты что, так шторы хорошие, ты что? Я ж тебе о чем. Ну, вещь. А вы долго сегодня? Не, я 12 где-то. Еще, может, пару часиков. Часика 3-4. Приходите, знаете что? У нас Валя будет готовить такие горшочки, чугунки в печке. Приходите, поедите. Или вы тоже готовили сегодня? Так я один. Я один сегодня работаю, ты понимаешь? Я когда один приезжаю, то у меня тут работа. Это что значит? Ты хочешь два горшочка съесть или что? Нет. Это значит, что я сегодня ударно тружусь. Ударно. Спасибо большое. Ты что, Алик тебя отвлекает, что ли?
Нет, у нас просто мы балдеем. Мы приезжаем, мы балдеем. Ясно. Сегодня, кстати, на камеру мне попалась рысь. И выходил из дома лиса. Прямо по хутору. Лис тут много бегает. Енотовидных собак, булька здесь. Но про рысь я никогда не думал, что рысь его здесь вот... Ничего себе. Очень близко ходит, да, в лесу. Мы когда купили здесь дом, здесь все время лоси ходили. Лоси, ладно. Но мы познакомились там вот с соседней деревней женщиной. Она говорит, иду, говорит, летом по ягоды. Смотрю, говорит, вот на этом шлюзе, говорит, медведь, говорит, с медведицей. И, ну, не, медвежата с медведицей. Говорит, я назад, говорит, я говорю, ну точно, говорит, 100%. Ну, то есть, получается, 4 года назад здесь и медведей видели. Видишь, тут животные, видно, есть все, но... У нас мало подходит, потому что собаки. Хотя сегодня, ну, я думаю, ястреб, деревянник, не коршун, потому что напал сегодня на бегунка и улетел не то, что в небо назад, а в деревья, туда, в лес назад. То есть это такой, ну, скорее всего, ястреб. Ну, чуть да. Не завалил бегунка. Но рысь, кстати, шла сюда. Не отсюда в лес, а вот к вам, по направлению к вам. Видишь, они тут бегают, у нас даже электропастух кто-то полностью рвал. То есть это по-любому лось, как бежал ночью, так, да, и, да. Так и пробегал насквозь. Пошли попьем. Давай на улицу что-то так попьем. Не в доме. Смотри, вот повесишь. Печкам-лавочкам, это тебе Светлана Рудольфовна передала. О, спасибо большое. Конфетки лично для Оли. И вот такой вот знак половичок. Любит. Да, любит. Видишь? Спасибо. Печкам-лавочкам все написано. О, спасибо, да. Все в стиль. Теперь скажи, удачно я зашел. Да, я удачно зашел. Давай чайку попьем, раз не хочешь есть. Валентина решила в печи приготовить жаркое. Сейчас растопим нашу печку. Уже все подготовила на столе. Получается, в печи, в глиняных горшочках и
обычные традиционные белорусские продукты. Картошка, курица, лучок, морковочка. Лисички у нас закатанные такие. Такое не у каждого дома. Чего у всех такое? Рыжики. Не, ну кого-то шампиньоны. Что там? Сыр, сметанка. Валентина, лук, а ты что, лук будешь есть? Нет, я тебе сделаю с луком, а себе без лука. О, видишь, горшочки, получается, классно тем, что можно разделить. Можно вообще 6 блюд в них приготовить, вообще можно даже. Да, если не полениться, можно много всего сделать. Поэтому как бы сделаешь 5 с луком и 1 без? Ну да. Вот рыжики закатали в этом году, и крышка даже не ржавая. А в прошлом году, когда закатали, то была влага в погребе, немножко крышка поржавела. Но сейчас уже хорошо, сырости нету, все-таки мы справились. Да, и капуста, ты видел, лежит все целенько, не гниет, потому что нет влаги. Вот почему Валя рецепт такой делает. Она читалась вот целую энциклопедию блюд в горшочках. Тут рецептов, наверное, 50. И делает свой рецепт из продуктов тех, которые были в морозиловке, которые были в погребе. Так женщины так все делают. Готовишь с того, что есть дома. Мне можно было бы, конечно, съездить по магазинам еще закупиться. Там просто, ну, там есть такие ингредиенты, которых действительно нету нигде. Не сезон. Но. У нас традиционный белорусский. Только куриные грудки тоже не сильно белорусские. Вот чтобы у нас был кусок смачного сала. Бачка, да? Тебе лук свежий ложить или тушить? Зачем вообще загоняться лишнее? Все накидала, накидала, оно там внутри втушится. Ну, потому что я это никакой не ем, поэтому... Мне все равно, я реку любой ем. Я потом еще могу в прикуску еще взять такого же сырого. Ты что, плачешь что-то? Угу. Со твоего лука.
Как только Валентина начала резать мясо, пчелка подняла голову вначале, а потом встала, думает. Проснулась. Ну что, давай лисички достанем. Так давай прямо с жиром кинем. Не, давай его надо стопить и вылить. Ну давай. Мяско диетическое. Ты уже хочешь... Жира хернуть. Да, да. Вот лисичка — это такой гриб, что даже если в морозилке полежит месяц, он потом горчит. А нас зрители научили закатывать в жиру. Вот реально несколько лет лежат, и не горькие. Вкусные, как будто только что пожаренные свежие средства грибы. И так достал, и на пиццу можно и в горшочек, и просто пожарить. Ну что, будем накладывать? Самый ответственный момент. Ну-ка, сколько ингредиентов у тебя? Картошка 1, сливки 2, мясо 3, морковка 4, грибы 5, лук 6, сыр 7 и плавленый сыр 8. И эти все вкусы смешаются, дадут маринад, и должно быть супер блюдо. Это очень вкусно. Все, хватит картошки, давай мясо. Мясо, самое главное — мясо и грибы. Да, мясо. Мяско побольше. По чуть-чуть сливок. Я скажу, что приготовление пищи — это какое-то колдовство, просто магия. Красота. Да, да. А ты сыр хочешь несколько слоев дать, и потом еще сверху, да? Да. Ну что тебе дальше положить? Давай, чтобы сразу было понятно, давай лучок в 5 штук, и в одну не надо лучок. Давай. Что, серьезно, что ли? Давай поровну, 3 штуки тебе, 3 мне. Даже не сопротивляется, даже не спорит. Но так вот это много лука, значит, я сделала. Хватит лука? Я люблю лук. Я даже просто жареный лук с яйцами люблю. Фу, нет, не люблю лук. Thank you.
Побольше. Димка любит лук. Нормально. О, какая пол-литровая баночка на 6 горшочков пошла. О, тут картошки уже второй слой не влезет. У тебя уже полная. Ну, у меня потому что с луком. А себе можешь картохи взять. Конечно, если поизвращаться, то можно это залить или пивом, или вином, или гранатовым соком. Все, что хочешь, можно так вот посмотреть. Там много рецептов есть. Ну, мы по-традиционному сегодня. Я даже все себе выложу. Ну, по сути, сыр плавится 3 минуты, морковка готовится минут 20, картошка готовится минут 25, грудка тоже минут 20, да? Да, минут 20, полчаса будет все готово. Ну, можно потушить и часик. Сейчас посмотрим, когда зашкварчит, тогда и будем есть. Валь, если бы я делал, я бы, собственно, с такой делал без воды. Нет, водички нужно добавить. Оно же должно тушиться. Угу. А, не полную, так по чуть-чуть, да? Да, еще мясо пустит свой сок тоже. Рецепт знаешь, какой напишем в описании? Какой? Кладите, что найдете у себя дома. Так оно и есть. Мы нашли это. И в любых пропорциях. Да, все, что не положи, будет очень вкусно. Не, если без мяса положить, то так себе будет. Можно было бы и помидорочку, и перчик сюда. Через часик съедим. Угу. Чтобы горшочки есть с какими-то витаминами, то Валентина приготовила целую бадью морковки по-корейски. И залила кипяченым маслом. Да, как подписчики говорили, раскипятила это все. Давайте проверим, может уже они приготовлены. Готовы, наверное. Я не помню, где я какие ставила. Мне так, ты знаешь, сейчас хоть найти 50 на 50, а если бы ты себе один горшочек сделала, то... А, у тебя картошка была сверху под сыром. Так легче найти будет. Ага. Ребята, ужин, приготовленный со своих продуктов, своими руками, у себя дома. Конечно, это вам не в ресторан сходить. Чего рыжики такие вкусные? Вкусные? Что за ерунда, не вкуснее, чем когда просто посолишь. Мы их первый раз едим, такие закатанные. Угу. Вот. Вот это всем расскажи, этот рецепт уже. Ладно, уже осенью, когда будешь делать. Шикарно. Получается, их можно еще и хранить, и еще вкусными есть.
салат стоит. Конечно, я сейчас на лук посмотрел и вспомнил, сюда ж можно было бы даже ананас положить. Не, наверное, показывать, как мы едим, наверное, вообще издевательство над зрителем. Ладно еще как готовим, но уже как едим, это вообще... Поэтому, друзья, спасибо за то, что пожелали приятного аппетита. Всем добра. Спокойной ночи. Пока-пока. Люблю я поесть. Пока-пока. Вань. Что? Реально, такое, так вкусненько, как будто даже сладенькое, как будто ты сюда масло наложила. Так вкусно. Потому что там сливки, сливки тоже очень вкусно.